Так. Второй раз по этому же месту иду. Да, здесь раздолье классное, ребятули. Вообще класснючие раздолье. Травень. Охренеть, сколько я уже уплыл от этого запора, блядь. Так, ладно, ребятки, пробую на ту сторону херачить. Если я сейчас еще и перевернусь, будет вообще эпика. Эпик. Эпик видео, блядь. А чё, я не выключил? Так, начинаем охоту на зубастиков. Хоп, в траву, блядь. Зря. Зря в траву я кинул. Вытащить надо. Она слетела. Ага. Вот сюда, хоп. И протягиваем. На средних оборотах. Ну все, нам уже надо в сторону дома гребстись. Туда я не пойду. Вперед буду сейчас идти. На таких вот оборотах развиваем скорость мы, и двумя веслами гребаем мы. Тут андатры вон травушку на муравушку нафиг повыдергивали. Кто-то хороший вообще, друзья, был. Вот она. Ага. Зацепись, зацепись, нормально. Давай, 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 давай. Ну как хороший. О, нормальдос. Вот такой вот. Вот такой вот лайк, друзья, лайкосаем. Вот пиявка, видите. Четвертая щука. Там где-то уточка хочет ко мне под весло. Вот у нас уже рыбки сегодня. Да, нормально. Классно, блин, мне нравится это место. Тут вообще активничает щучка и окунь. Но окуня, правда, я одного поймал, но были удары. Как бы нормальные. Вот, сейчас проверим, что у нас здесь дальше.
Утя, походу, потеряла свою широконоску. Звоним мы, межтравья прозваниваем. Опа. Сегодня же я, конечно, друзья, где-то часов в 6 начал рыбачить, я сегодня... Специально попозже не поехал, там в 3, в 4 не поехал, чтобы не попасть мне в ветер в офигенный. Я поехал специально, чтобы к штилю успеть. А сегодня штиля как такового и нету, но он нормальный, как бы, спокойный водоем сегодня. Отличается как бы тем, что маленечко несет меня в другую сторону, но здесь нет ничего плохого, так как там были волны днем же, сами знаете, какой не штиль днем. Вот. А сейчас вот это, можно сказать, почти полуштиль, можно сказать. Так, сейчас проверить глубину, сколько тут. Вау. Вот сколько. Глубина-то вот какая. Так, ладно. Так, хоп. Луна. Вынькнем здесь, что будет у нас. Так. Ох ты, блядь, намоталась у нас хуёво. Ладно. Дубль номер 2. Ничего страшного. Вот сюда. Сейчас кто-нибудь нам бабахнет. Я сегодня на один воблер вообще ничего не снимал, не менял. Я сегодня тактику выбрал другую. Долбить на одно.
Травушка, нет, идет кто-то. Ах, сошел кто-то. Непонятный кто. Кто же там был? Сейчас проверим, кто там был. Давай, давай, отзовись. Ага, промазала. Ага. Ладно. Знаем, что ты здесь где-то. Рядышком. Давай. Сейчас вот сюда. Давай, 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 давай. Вот так. Ага. Удар был. Вот она. Опять был. Ё-моё, кто был-то, друзья? Вы не видели? Кто это был? Взялся кто-то, но я не вижу, кто. Щучка. Сойдет сейчас. Ай-дай-дай-дай. Пятая, наверное. Вон, она вообще не держала, ребята. Видали, вообще зачетно, блин, поставил я ее. Взял ее зачетно. Сейчас она укусит меня. И вот она, видите, в пиявке тоже, ребята. Вот пятая щучка у меня как бы. Нормально. Так, дзынькнем здесь, друзья. Вот сюда сейчас. Микрозацепов много. Зацепов, микрозацепов много. Вот сюда сейчас пахнет. Опять зацепчик был. Микрозацеп был. Травушка. Травушка, травушка. Опять трава была. Промах был. Не видели, друзья. Хопа. Где ж ты? Другое место кинул, чтоб вот здесь вот протянуть нормально. Да, не добьюсь я ее, наверное. Траву опять киданул. Вышла трава. Фиг, а не щук.
Так, ладно, переплыву. В обратную сторону кину, прозвоню ее. Там трава, блядь. Зря я туда кинул. Конечно, зря. Так, сейчас развернем чуть-чуть вот так. И вот в этот вот монитор кинем. Угу. Так, сейчас сюда. Так. Трава. Опять трава. Давай в домик, 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 домик. Сиди в домике, не балуйся. Все, наверное, друзья, вот здесь я вылезу сейчас. Да похерачу к лодке. Ой, к лодке, говорю, к велику своему. То уже темно будет. Я вам сейчас просто результат сниму свой на камеру. Пока светло. Вот. Ну, в принципе, завтра здесь есть что делать. Здесь есть рыбалка. Если погода завтра будет хорошая, позволит рыбачить, то мы сюда завтра припремся. Если меня никуда не увезут в другое место на рыбалку. Так, ладно. Через вот такие вот кочки выбираемся здесь. Прохода нет нормального. Скот лазит здесь. Вот. Сейчас вот выйду на такое поле. Спасибо, хоть сенокос есть, друзья. Вот. Вот такое вот тут место. Осоку косят, что ли, блин? Точно осоку косят, ребятишки. Ага. Ладно, сейчас высыпаю щук. Окуней там всех своих. Показываю вам, что у нас есть. И как обычно, селфи, друзья. Вот берем еще вот такую утку, ложим. Сюда уточку вот так ложим. Вот она. Уточка. Угу. И высыпаем рыбку всю сюда. Вот. Что это у нас застрял? Окунек. Вот, друзья, смотрите. Сейчас я разложу это быстренько. Так, щукан. Щукан. Сегодня вообще стандарты. Стандарты по щукам. Короче, размеры как бы стандарт. Вообще стандарт. Вот окунечки, карасики. Ну вот,
Три окуня, как вы видели. Я поймал, короче, в сеть. У меня сетка стояла. Ну, так что зазря не приходить на рыбалку, друзья. Поставил сеточку. Ну, вот. Вот так вот. Вот он мой улов. С вот такой вот уткой, короче. Так, ладно. Ну вот, друзья, долгожданное селфи, как обычно, со своим уловом, как бы. Вот. Вот такой вот улов и я. Вот, видите, все. Давайте, всем пока, всем спасибо. Ставим вот такой вот лайк за просмотр, если кому-то понравилось. Все, давайте, всем удачи. Привет, друзья. Сегодня решил вырваться не на рыбалку, а за воблером за своим. За намазу, который вчера оторвался. Фух, которому щуки поводок перегрызли. Вот сейчас мне шпарить еще. Вон в тот тюб. Далеко. Там кто-то ходит рыбачит. По берегу кто-то ходит. Сейчас я туда приду. Ну, 300 метров точно идти. Я пришел к этому кусту. Как вчера и запоминал место. Здесь вязка, блядь. Вязка. Короче, где-то вон там. Короче, друзья, пробуем доставать. Вот так сачок берем и идем в холодную воду.
тебя нету, ни тебя воблера. Его, наверное, сука уже сожрала.
нашел, друзья, его, блин. Всем привет, сегодня 15 августа, приехал я вновь на рыбалочку. Купил я себе новый воблер на Мадзу, такой же самый. Установил здоровенные крючки, больше чем тот раз устанавливал я, короче. Вообще здоровые тройники, восьмерка, по-моему. И, короче, это, сейчас будем пробовать рыбачить. Но сегодня уже тут три рыбака обитает. Все, давайте, включай таймлайн. Что, подходим? К водичке, через кочки, блин. Кочки тут вообще опасные. Запинаешься через каждых два шага. Вообще тут, короче, еще и вода, блин. Смотрите, тут, блин, провалиться в два счета можно. И набрать воды. Полные сапоги. Так, сейчас мы приземляемся в наш аэробаркас. Все, приземлились. Выгребаем. Что, производим первые забросики. Пузыри что-то со дна идут непонятные какие-то. С разных мест. Какие-то непонятные перья, ребята, утиные, вот, среди водоема. Вот, и там он дальше. Непонятно, или они уже линять начинают, или чё? Или, может, кто подстрелил утку? Хотя открытия еще нету, друзья. Взялся кто-то.
А, небольшая чурогайка, ладно, хер с ней. Небольшая. На Мадзу рулит. Где-то она здесь сильно обкололась, ребятки. Обкололась она. Вот они, утки. Широконоски полетели. Три штуки. Но этих широконосок с ружбана можно было хлопнуть в легкую. Ну вот тут уже высоко. Где же она делась-то, эта чурочка? Чурогаечка. Небольшая, ладно. Туда же кинул, друзья, другая попалась. Но это уже крупнее. Сейчас уйдет. Стоять. Туда же кинул, друзья, где и это было. О, видали как? Взялась первая щука на сегодня. Вот, первая. На Мадзу рулит. Угу. Нормалек. Ну, 15 августа открылись. Оторвались от нуля. Друзья, вот отсюда вот прямо вот взял. Угу. Ладно, кидаем. А вот здесь вот, друзья, какие-то насекомые вон. Видите, кучкуются. Вот сейчас вот так на них, хопа. Прям разбегаются они, ага, уголопом. Сейчас вот так сделаю. О, блин. Во, прямо щука сыграла, ребятки. Это уже третья здесь рядом. Значит, они что-то скопились. Сейчас я попробую сюда же вот так. Друзья, вот так. Хоп. Наверное, пуганул я ее. Сейчас. Вот третья прям в одном и том же месте. Наверное, отошла она куда-нибудь. Испугалась, может быть. С травой, блин, у меня. Все это дело. Ну-ка, сейчас попробую назад отгребстись. Вот. Я вот тут, кстати, в траву встал. Сейчас мы вот так выйдем отсюда. На легком дрейфе. Траву зацепил, блин. Сейчас я туда покидаю. В одном месте, короче, три штуки было, поняли? Вонючая трава, блин. Видите, как не вовремя она, трава. А ты не дергайся, не пугай своих братьев и сестер. Сейчас вот сюда кидану. Может и возьмется. С травой идет. Отцепил. Ага, вот отсюда сейчас проведем. Где-то она там. Заразюк-то это. В том районе. Опять зацепили тройником, блядь. Ё-моё. Задалбливают эти тройники тоже. То трава, то тройники. Ну, конечно, лучше тройники, чем трава. Не вовремя. Опять трава идет. Сошла. Сейчас вот сюда вот кидану. В этот райончик.
Я сегодня, друзья, поехал в 6. Короче, к воде пошел без 15:07. Блять, в траву кинул. Без 15:07 пошел, друзья, к воде. Вот, ну у меня 2 часа где-то, грубо говоря, есть, так еще порыбачить. Опять в траву за бубенчиком. С травой, что ли? Нет, без. Вон, 2 часа где-то порыбачить. Есть у меня времени. Ну и клев в течение 2 часов должен быть, как бы. А потом уже перестает темнеть, начинает. Щучка уже активацию свою выключает. До утра. Ну куда ж ты, подруга-то, ушла? Сейчас мне надо вот в это окошко кинем. Опять трава, блядь. Зараза какая, а? Травища-то, а? Ладно, сейчас покидаем вот в эти стороны. Хрен с ним. Плескнулось так плескнулось. Знаем, что здесь уже 2 есть. Вот там, видали, как плескнулось. Можно нам туда газануть, короче. Вот там вот, скорее всего, возьмется. Там возможности больше, друзья. Но вода сегодня прохладная. Я вчера купался. Воблер, когда нырял, доставал свой. Нихера так я его и не достал, ребятули. Не достал я его. Вау, пузырь какой, видели? Прям вышел, прям здоровенный. Как это? Как вулкан подводный взорвался. Аж с мутью такой, бух, с яблока пузырь прямо вышел. Вот примерно в этот район надо кидать. Опять трава идет, блядь. У меня, короче, это... Тройники здоровые, они тянут сильно ее под воду, эту намазу, воблеру. Ну и там елочек, видать, дофига стоит. Елочек дофига, да. Сейчас вот в этот райончик и сюда потянем вот так. Опять елочки зацепил. Бля. Вот так отцелим. Короче, делаю вывод. Не буду бегать сильно за этими рыбами, блядь. Где клюнет. Друзья, вот сегодня вот пока вот рыбачу минут 20, у меня уже 2 щуки взялось, и уже штук 8 выпрыгнуло прямо, прыгает прямо вот возле берегов. Сегодня она как-то это, активничает. Трава идет, блядь. Ах ты, забыла. А, зацепилась вот здесь. Открыл же, блин. Вот здесь удар, друзья, был только что. Цапнула и отпустила. Сейчас, короче, проверим. Ну, хорошо ударила. Где-то вот в этом райончике. Блин, опять не туда попал. Так, сейчас бы туда вот попасть. Вот сейчас по вот этой борозде потяну, где дало. Где цепануло. Цапнуло примерно вот сейчас вот здесь где-то. Цапнула хорошо. Прилично. Вот она промазала, блин, я ж напугался. Ну как напугался, я же сжался. От ожидания того, что сейчас подсекать надо.
Но это другая. Куда она так уходит-то? Непонятно, куда она делась. Странно. Да ё-моё. Где она есть-то? Трава, блин. Ё-моё, это ебучая трава. Да. Давай, подруга, на камеру. Странно, блин, куда она уходит-то? Куда она делась-то, эта щучина? Или она ко мне под лодку убегала? Или здесь она обкалывается, остается где-то и не хочет брать больше? Балдеть. Так, переключаю. Сейчас поищем. Вот тут ее. Не находится. А вот здесь. Тоже нету. А вот тут. Тут уже другая должна быть. Далеко так кинул. Ух. Тут у меня 3 или 4 в этом месте есть щучки. В разных местах. Ты задолбала дергаться, че дергаешься-то? Ну ё-моё, трава опять. Вытащу мы её сейчас быстренько. Нету, нету. Опять трава, блин. Опять трава. Да задолбала эта трава, блин. Опять через траву пойдет. Не обошло стороной.
Сверху трава, короче, здесь. Ну, трава вот стоит тут. Хорошо видно траву. Сантиметров 30 от верха воды. Прямо это. Понятно, почему тут щука так, где возьмется, потом сразу же не берется, потому что она, видать, не замечает. Окна тут не открыты. Вот сейчас вот так покидаем там, где были. Рыбаки какие-то готовы.